Ребятки, это канал «Реальная качалка», и сегодня как бы так вот резко решил вам сделать такой быстрый ролик, лайфхак для нормальных чуваков. Я уже говорил, что сейчас я прокалываю препарат Мукасат Биомед, говорил уже об этом, да. И вот приобрел такие салфетки, да, прикольные, вот они разные есть, беру сразу целыми пачками, спиртовые. Так вот, я к чему говорю, что вот такими салфетками, ребят, очень удобно протирать экраны мобильных телефонов. Не покупать какие-то жидкости, а очень удобно. Купил сразу пачку. Стоят они копейки, но они спиртовые, малюпусенькие. Влазят в любой карман. Сейчас вам покажу, они новые. Взял. Хочешь два, свернул, в карман вложил. А если идешь там, ну, днем, бах, в карман положил, нормально. То есть не стоит покупать дорогие какие-то, еще что-то. Кому как, ну, ребят, ролик реально. Может быть, не скачалкой, но сам лайфхак для протирки экрана мобильных телефонов при помощи таких салфеток очень даже неплохо. Вот я вам сейчас все-таки покажу. Нахожу место, где отрывать. Просто здесь на одной как бы линии должно быть. Ну, наверное, в любом месте можно. Да, в любом месте можно рвать. Опа. И вот. И погнал. Натер. Обычно. Вот, видите, обычно салфетка. Натер. И. Ну, любой тряпкой. Самой любой. Вот у меня есть. Такая есть. Все. Труба стопудово, все нормально. Блестит, как говорится, как яйца кота. Вот такой лайфхак от канала «Реальная качалка». Ставим лайки и подписываемся на наш канал. Все. Пока-пока. Не забываем комментировать.